Да, спина болит. Еще подобно, походу. Я должен надеть мишуру на себя. Да как школа. Всем привет, с вами снова я, Лиза, и не обращайте внимания на мой мужской голос. И сегодня мы будем наряжать вот эту вот прекрасную елку, которую мы уже нарядили. И сегодня со мной Рома. Я Рома, да. И Максим. Да, привет. Но это еще не все. Я заранее извиняюсь, потому что я обещала вам, что в этом видео вы увидите изменения, которые со мной произошли, но они не произошли. Короче, они произойдут где-то через неделю. Так что ждите, ждите, ждите. Поехали! А, игру ломается. Эта коробка вообще ему нужна или ее можно вот так? Не нужна. Можно так. Надо поосторожнее относиться к таким вещам. Так это не нужна коробка. Ух ты, блин, что он такой тяжел? Первая игрушка на елку будет вот эта. Господи, что вы делаете? Я сияю ярко, Знаете, у меня какие-то дисадауны какие-то. Мы не можем нарядить елку. Ой, я, конечно, диву даюсь. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all that I can see is just another... Так что тупо все налепим и будет здесь, не знаю, не елка, а просто игрушка какая-то большая. Давайте пойдем на новогоднюю дискотеку. Вот так красиво тоже. Просто посмотрите, какая красивая игрушка. Это просто что-то. Call it's the last of all. When the lights fade out, all the sinners crawl. So they dug your grave, and the masquerade will come calling out at the mess. Красиво? Да. А что это за шишка? Шишка. Максим, я шишку повесил. Шишка. Тихо. Стой. Елка все-таки шишки, она елка растут. Передай привет. Передаю привет Патрику. Не забывайте подписываться на наш вайбер-чат, где мы сидим с другими видеоблогерами. Ссылка будет в описании. Ну блин, я так его красиво повесил, а ты взяла и перевесила мою шишку. Палец вверх. Покажите вверх. Подпишитесь на мой инстаграм. Подпишитесь на мой канал. Внизу не забывайте комментировать. С вами была Лиза, Рома и Максим. Бай-бай. Пока. Ура, с Новым годом.